Да, друзья, это город Алматы, где прекрасная погода, где полным-полно вот таких вот классических мест. Но большую часть времени нам приходится проводить в некомфортных и узких коридорах Алмалинского районного суда номер 2 города Алматы. И там мы не случайно, поскольку нам необходимо обжаловать действия нотариуса Аралова. Что он нарушил, спросите вы? Отвечу так, что мы полагаем, что он нарушил закон о нотариате, то есть основной закон, который регламентирует его деятельность. Поэтому, друзья, если все готовы, то давайте в этом разбираться вместе. Поехали! Да, действительно, друзья, в этом выпуске мы покажем вам незаконные действия нотариусов. И этому послужил отдельно взятый случай, как вы поняли, который произошел в городе Алматы. Там нотариус Аралов, реализуя новеллу инструментов досудебного взыскания, произвел исполнительную надпись. Но сделал он это незаконно. Ты голодранец! Определением же Алмалинского районного суда города Алматы та жалоба на действия нотариуса была оставлена без рассмотрения, так как Аралов к моменту рассмотрения нашего гражданского дела уже успел отменить свою же исполнительную надпись. Теперь конкретно о нарушениях. Статья 92 прим. 1 Закона Республики Казахстан о нотариате указывает, что нотариус совершает исполнительную надпись на документе, который устанавливает задолженность, и на нем делается соответствующая отметка. Департамент юстиции города Алматы провел документальную проверку и установил, что нотариусом как раз таки не учинена такая отметка. Мы считаем, что такое требование закона справедливо, ведь взыскатель может злоупотребить своим правом и сделать исполнительную надпись несколько раз и у разных нотариусов, а тут будет все прозрачно. Засекли нас. Чего ты взял? Чувствую. Между тем, не стоит забывать о том, что исполнительная надпись совершается, если со дня возникновения такого права не прошло более 3 лет. Но важно запомнить, что нотариус в любом случае выдает исполнительную надпись по истечении 10 рабочих дней. Однако вот в нашем случае нотариус выдал исполнительную надпись этому же взыскателю в тот же день. В результате департамент юстиции пообещал внести представление о приостановлении действия лицензии частного нотариуса города Алматы Аралова. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Еще один вопиющий факт нарушения выражается в том, что Аралов самовольно определил себе гонорар почти в 2 миллиона тенге и тем самым превысил верхний предел расходов за совершение в 7 раз. Согласно пояснениям же самого нотариуса, который он давал в ходе проверки, излишняя сумма, перечисленная взыскателем по какой-то причине впоследствии, была возвращена. Мы не знаем, по какой причине нотариус забыл о законе о нотариате, но мы лишь можем предположить, что нотариус хотел обогатиться за счет должника, но не тут-то было. Пользуясь случаем, хотел бы, чтобы на эту проблему обратили внимание контролирующие органы, дабы не допустить впредь подобных фактов. Отдельно взятых нотариусов попросил бы не дискредитировать свой имидж. Это был обзор о нарушениях при производстве исполнительной надписи. На этом все, друзья. Построим правовое государство вместе. Пока!